уже никого не удивит, что слили соляру в Европе или украли какие-то вещи из кабины. Но это видео меня удивило. Подписчик прислал и попросил опубликовать это, что я с радостью сделаю. Вот такая вот у нас Европа. Скания, Евро 6, Евро 6, автовозик у нас. Вот, утром проснулся, а фар нет. И это Италия. Вот. Будет интересно всем посмотреть, как можно проснуться без фар. Вот так вот. Красота. И паркинг большой был ночью, забитый. Макдональдс. Вот. Вот, друзья, пошел второй день простоя. Одну фару поставили, вторую меняют уже. Вот так вот можно потерять немножко денег, так как зарплатка у меня от километража. Из-за каких-то нехороших людей можно не заработать ничего. Вот так вот и работаем. Это, собственно, я. Ну вот, так вот. Как-то так. Если у кого-то есть похожий интересный материал, и вы хотите, чтобы я публиковал его на своем канале, то связывайтесь со мной через YouTube или через Facebook. Перечисляю деньги через TransferGo лично и рекомендую вам. Это быстрый и безопасный сервис переведет деньги по лучшему курсу в вашу страну за смешную комиссию. А если перейдете по ссылке в описании под видео, первый перевод денег абсолютно бесплатно. Зарегистрируйтесь и попробуйте сами.